Более 10 миллионов рублей отдал телефонным мошенникам чемпион Санкт-Петербурга по спортивному домино. Мужчине 81 год, он блокадник. Является действующим судьей соревнований. Несмотря на активный образ жизни, пенсионер легко поверил аферисту, который назвался по телефону полицейским. Рассказал, что мошенники собираются с банковского счета деньги похитить. Еще в апреле пенсионер начал переводить сбережения на якобы безопасный счет. Но только теперь понял, что его обманули, когда потерял 10,5 миллионов. Мужчина обратился в полицию, там дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили.